Если Украина хочет остаться единым государством, то, конечно, федерализация – это единственный путь и самостоятельность регионов для того, чтобы Украина выжила. По поводу выборов, конечно же, все эти выборы, которые сейчас будут, их легитимными назвать сложно. Всем видно, что в такой атмосфере политического террора, фактически гражданской войны и военных операций с применением тяжелой техники, артиллерии, вертолетов, бронетехники, ни о каких легитимных выборах президента быть не должно. И мы будем обращаться в ООН для того, чтобы на Украину оказалось давление с тем, чтобы эти выборы перенесли. Потому что, с моей точки зрения, с точки зрения моих коллег, выборы, которые будут нарисованы на коленке, де-факто будут нелегитимные, они только будут и дальше эскалацию конфликта увеличивать и не приведут к какой-то легитимизации украинских властей и какому-то, знаете, общенациональному миру.